29 мая 2024 год. Прекрасная новость. Шведы дают Украине самолет АВАКС ДРЛО. Виталик, это тебе к дню рождения. Такой подарок. Я когда услышал Цымбалюк это сказал, думаю, это чёс. Ну, не может быть все настолько хорошо. Я во снах даже своих не мог. То есть нам дают F-16, понятно. Ну, я думал, что для них, для F-16, нужны вот эти вот АВАКСы, ДРЛО, вот эти самолеты дальнего обнаружения. Ну, я думал, что нам будут просто со своих самолетов давать эти самые, разведданные американцы, там, шведы собственный самолет нам отдают, я не знаю. Это такая крутая месть за Полтаву, я не знаю, Карлу там, но пасаран, я не знаю. Это очень хорошо, то есть теперь у нас на 400 километров мы, украинцы, это будет наш самолет. То есть нам его отдают, кроме того, шведы отдают. А потом сказал, то есть Цымбалюк это сказал, я не поверил. Потом сказал этот Кушнарь на Ньюсейдер. И тут я буквально прослезился. Да. Ну, я уже старый пердун, я уже сентиментальный, да? Все по моему собственному афоризму. Старо сентиментально, вы плачете чаще, чтоб писать пореже. Ну вот это, не, это дождь идет просто, не подумай. Ну, в общем, я действительно, блин, был, расчувствовался. У меня, блин, ну, серьезно, слезы на глазах выступили. Потому что, ну, весь мир нам помогает с этими орками справиться. Весь мир. Там он еще дают нам шведы. Миллиард с чем-то тоже евро передают. Этот рекордный какой-то пакет очередной. Просто, я не знаю. Вот это я понимаю. Денацификация, это денацификация, демилитаризация. Я же говорю, в 2013 году, до того, как Россия аннексировала Крым, мы отменили призыв в армию. У нас внеблоковый статус был закреплен в законодательстве. Мы в 1994 году отдали ядерное вооружение Российской Федерации. Попродавали им все ракеты, самолеты стратегические. Блин, вообще, у нас на всю оборонку, на всех силовиков уходил 1 800 000 000 баксов в год. Во всей Украине. А сейчас нам только шведы дают, понимаешь? Миллиард с чем-то. Бельгия там дает этот самый. Боже мой. Вот это американцы там 62-61 миллиард долларов дают. Немцы 6 миллиардов евро. В Британии каждый год обязалось нам по 4 миллиарда долларов, грубо говоря, каждый год нам выдавать. Вот это демилитаризировал ты нас. ВВПУ. Но эта новость, ребята, вы не представляете. Понятно, почему сейчас выносили эти дальнего обнаружения станции. Чтобы не видеть этот сектор, который, видать, будем работать по Крыму, ребятки. Будем ждать. Ну, я уже давно говорил. Смотрим, когда рухнет мост, то сейчас выносятся эти все РЛСки, да, С-400, там всякая ПВОшная шняга вот эта российская. Спасибо всему миру, спасибо немцам за то, что прилетели, Европе, за то, что прилетели наших беженцев. Спасибо тем, кто дает нам вооружение. Вы действительно, то есть, этот тип, это, блин, реинкарнация какая-то Гитлера. То есть, в Европе такой войны не было со времен Второй мировой. Ну, я думаю, всем миром мы справимся с этим, с этими ордами орков. Все буду Украина, Виталька, еще раз с днем рождения.